субботу в Самарской области малооблачно, местами небольшой дождь, возможно, гроза, жарко. 33-35 днем, ночью плюс 24, плюс 26 градусов. Ветер восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облака, небольшой дождь, гроза, днем плюс 34 градуса, ночью 23 выше 0. Восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, гроза, днем плюс 32, ночью плюс 26 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 33 градуса в дневное время, ночью плюс 24, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в реке Волга 25 градусов, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.